Як чекається масова сьоба у Гомському районі. Почнеться на наступному тижні. Покуль на шматики палетки техніка вийти просто не може, а тому терміни посівної будуть стіплими, а роботи напруженими. Тим більш значна увага повинна бути до безпеки праці. Покуль ситуація захови праці далека від ідеальної. За три тижні інспектори обласного об'єднання профсоюзу перевірили біля 60 сільгосппідприємств і виявили амаль 600 порушень. Господарок, де заваг не оказалося, увогуле практично не було. Інша справа, що гэтая лічба все ж таки менша, чим була летась. Серед найбільш розповсюджених заваг – відсутність спецодіння, неналежні соціально-битові умови, використання саморобних пристосувань. Многі порушення ліквідуються практично одразу, у некоторих випадках потрібні додатковий час і сродки. Значна надія на допомогу громадських інспекторів праці, які сьогодні є на всіх підприємствах. Правда, некоторі керівники їх заваги ігнорують, навіть не глядячи на те, що при нещасному випадку вони будуть нести персональну відповідальність. Нормальний руководитель понимает, что общественный инспектор – это не инспектор, а это просто-напросто помощник, когда где-то он сам не нарушает вопросы охраны труда и останавливает своего коллегу, чтобы, не дай бог, не произошел несчастный случай на производстве. К сожалению, прошлый год у нас дал рост смертельного травматизма по области на предприятиях Министерства сельского хозяйства и вот агропрома. У нас произошло рост в прошлом году 7 смертельных случаев против 2 позапрошлым. Наявность сродку пожаротушения и медицинских аптечек, прохождение работниками инструктажу по охове працы, организация перед рейсового огляду профсоюзных инспекторов працы текают все. Особливая увага техничному стану сельскохозяйственных машин. На Птушко-фабрице «Рассвет» для створения обеспеченных умов для механизаторов практически полностью отмовились от допомоги ремонтных организаций. За стан техники отказывают в первую очередь водитель, он же при необходимости разом с ремонтной бригадой выполняет основную частку работ. Как выник, не только увеличивается термин эксплуатации тракторов, и они полностью отвечают всем потребованиям по безопасности работы. Много лет уже практикуем именно закрепление конкретной техники за конкретным механизатором. То есть человек несет и ответственность за нее, и знает ее как свои 5 пальцев. Поэтому мы технику не отдаем в сторонние организации для ремонта, что позволяет и удешевлять ремонт, и, как из опыта следует, качество выше все-таки, потому что человеку на ней работать, и он с пониманием относится. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».